Ребята, всем привет! С вами Алексей, вы на канале 53 регион. Пришел, вот уже у нас вечер, пришел копнуть. Опять на это же поле, на интересное, где попадается всякое разное из интересных находок. Копнул уже раз 5, и вот выпала наконец-то монетка. Итак, это у нас СССР, 3 копейки, 38 года. Золото партии. Сохран нормальный. Не коцанный, не окисливший. В общем, находочка зачетная. Ну что, похожу еще. Сейчас выкопал большую такую шестеренку. Такой сигнал четкий был. Но металлолом. Сегодня у нас жарко на улице. В принципе, комфортно. Мошек мало. Ну что, продолжаем. Ребята, проходил уже часа 2 после предыдущей находки. Сигналы есть. Но такой же попадается шмурдячок, не особо интересный. И вот, наконец-то, зацепил монетосик. И это у нас выпало 20 копеек 1930 года. Билончик. Серебро 500 пробы. Она такая чуть-чуть кривая, но сохран такой более-менее. Думал сначала вообще какой-то мусор. Но копнул, сигнал улучшился. И имеем вот такую монетку. Серебро — это хорошо. Вот такой билончик попался. Сегодня второй лишь монетосик. Уже закат. В кустах там кто-то ходит, блин. Стрёмно. Тут лоси, кстати, часто появляются. Ну, вот такие дела. Ну что, продолжаем. Ребята, вот здесь вот попался билончик. Пару раз махнул, вот здесь зацепил еще сигнальчик. Выпала медная царская монетка. Это у нас 1/2 копейки серебром Николай I. Сохран пока не особо. Такие какие-то налеты толстые, но не знаю, будет что толк или нет. Но монетосик. Сегодня третий. Главное, буквально 1,5–2 метра между монетосами. Вот первый, вот второй. Вот здесь вот вначале осталось более-менее лысое. Центр поля зарос уже по колено. Искать не камильфо. Ну что, сейчас уже скоро стемняться будет, поэтому времени осталось мало. Вот здесь сейчас похожу маленько и буду закругляться. Ну что, продолжаем. Ну что, ребята, маленько попетлял вот здесь. Вот серебряная монетка и медная монетка были вот здесь наверху. Ну, метров 15 отсюда. Прошел вот до края скошенного поля, вернулся назад. Вот здесь зацепил сигнальчик и выпала опять серебряная монетка. На этот раз царская. 1967 года. 20 копеек. Сохран более-менее хороший. Все, наверное, это помоется. Будет как новенькое. Какой царь? Не помню точно. Александр II, наверное. Или III. Ну, короче, Александр какой-то. Вот такая монетка. Почему-то тут такие они не блестящие, грязненькие. Но блестючести мы прибавим. Уже, как видите, закат. Солнце садится. Комары вылетели. Ну, еще маленько похожу, раз находочки прут. Это уже 4-я монетка на сегодня. Продолжаем. Ну что, ребята, почти уже стемнилось. Все тут же, вот на этом пятачке.
вот здесь вот в этой низинке, где поменьше травы, туда-сюда хожу, зацепил очередной сигнальчик и выпала опять монетка. На этот раз у нас деньга. Год сейчас не скажу, темно, посветить нечем. Сохран более-менее вроде такой. И орел на месте. Лежала вот здесь, сигнал был хороший, 84 стабильно. Сейчас вот последний раз дойду до скошенного, буду собираться. Очень много комаров, уже стемнилось. Тут, кстати, лоси ходят по полю. Так что надо отсюда уходить. Обзорчик сегодня не буду заснимать. Засниму завтра, когда светло будет. Ну что, наверное, сегодня это крайняя находка. Может, еще что выпадет. Пока все. Ну что, ребята, вот вчерашние находочки, такой сейчас обзорчик покажу. Попало всего 5 монетосиков. Первый монетосик, это у нас выпало 3 копейки 1938 года. Ранний такой советик. В неплохом сохране. Так, дальше была 20 копеек 1930 года. Белончик. Маленькая кривая и вся черная. Сейчас нашатырем протер маленько, не оттирается. Надо в нашатыре замачивать на часок. Тогда все отойдет, наверное. Следующая монетка была 1,2 копейки 1840 года. Медная. Такая монетка подуставшая, конечно. Но все же монетка. Николай I. Следующая монетка, это у нас была 20 копеек 1867 года. Сохран хороший. Орел чуть подзатертый, но более-менее. Тоже протер нашатырем. Быстро все не отстает. Надо тоже замачивать нашатыре. И следующая, последняя монетка. Это у нас выпала деньга 1748 года. Сохран средний такой, но самая старая монетка. Сначала ходил часа два, выкопал только вот одну трешку. Затем за полчаса нашел еще 4 монеты. Потом стемнилось, комаров дофига набралось. Пришлось закругляться. Вот такой коп. Не особо результативный, но все же 2 серебрушки. На этом все. С вами был Алексей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.